И всех приветствую на канале Octopta Life. Мы продолжаем прохождение Готики 3. Итак, погнали. Погнали выполнять задания. Так, Бен Сала. Запасы Петара. Помните, кстати, задание? Вот, окорок для дровосеков. Погнали, выполним его. Хотел в прошлой серии выполнить, тут забыл. Забыл что-то. Укорочок отнести. А ну убирай свою магию! Блин, всегда магам не рады. Нигде магам не рады. Сперва перекурить. Да. Слишком тяжело. Тебе пора идти. У нас обоих еще будут неприятности. Соня, Соня, за Соня. Так, дровосеки у нас с той стороны внизу, вон там. Сейчас мы им отнесем корочки. Я тут что-то видел. Ой, какой красавец. Но эти корпов мы тогда завалили охотникам. Так, ладно, давайте к дровосекам. Пустякам. Как дела? Я беспокоюсь по поводу следов, которые мы нашли. Что за следы? Саблезубов. Причем, кажется, достаточно больших. Ты идешь в деревню? Я послал за Багиром, но его так и нет. Кто-то должен позаботиться об Багир этих мертвых. Багир мертв, это что? Я позабочусь о них. Согласен. Какая разница, кто их пристрелит? Mm-hmm. Главное, что мы снова сможем заняться работой. Где вы видели следы? Здесь, на холме. Недалеко от нашего лагеря. Будь осторожен. Со взрослым саблезубом шутки плохи. А, слишком тяжело. У меня есть ветчина от руна. Пора бы уже. А то парни начинают нервничать. Медведь, давно у нас такого не было. Остальное можешь отдать прям парням. Блин. Хочешь окорок? Конечно, давай его сюда. Вот окорока. Я уж думал, Рун забыл про нас. Окорока от Руна или нет? Да, вот. От кого еще, если не от Руна? Не, а если не от Руна, то что, ты жрать не будешь, что ли? Ну ты, блин, гадюнер. Ай. Вот твой окорок. Медвежатина. Спасибо. Пожалуйста. Так. Рун прислал меня. Уже давно пора. Что там у тебя? Окорока. Ну ладно, выкладывай. Ну вот клан волка еще. 42 уже нормально. Слишком тяжело. Так, ну погнали с саблезубых вон там, наверное, искать. Валить. Парий. Это тут они тусят. На холме он говорил каком-то. Да не, не этих же уродов. Нетя. Нетя. О, уровень. Неужели? Так, 25 очков. Я что-то там изучить хотел. Временный пузырь, наверное. Не знаю, как это было. Не помню уже. Временный пузырь. Ну и где эти саблезубы? Вот эти, что ли? Сейчас мы их убьем. Ух ты, блин. Да не, не эти, походу. Так. Ух ты, блин. Ох, ох. И палочкой тебя сейчас. Раз. Карака твои, блин. Блин, не те саблезубые твари. Где? Там тоже саблезубы. Блин. Может, вот эти, кстати, саблезубы? Все-таки
Медведь. Медведь. Жалко. Значит, нам в другой стороне надо искать. Ох ты, блин. Так, я отхилю случайно. Случайно нажал просто. О, давай, блин. Сколько, кстати, восстанавливается? 5? 5, блин, до сих пор. Вы что, прикалываетесь, что ли? Ну что, только маны уже. У меня по 5. По 5 маны восстановка. Так медленно. Так, ладно. Что, тут есть кто? Ёлки-палки. Ох ты! Так, ладно, давайте мы сейчас выпьем пару зелий. Сейчас мы его завалим. Тут-то. Наверное. Ой, ё-моё. Ух ты. Вот падла, блин. Отвали. Отвали. Отвали, грязный тролль. Все, готов. Уизи. Уизи, убийство тролля. Блин, где эти стаблезубы-то, а? Может, не туда пошел, по-видимому. Аж свой шерстистый. Шерстистые твари. Ну-ка, завалим, не завалим. Двоих. Ох ты, блин, все. Доигрался я. Дай быстрее давай. Отлично. Давай, вали всех. Отлично. Супер. Собираемся плам этот. Так, с Сардесом мы в прошлой, да, серии поболтали уже. С Сатурусом. Надо с Миксиром поговорить, по-моему, еще. Но это уже после саблезубых тварей. Блин, я слышу этих волков еще где-то снова. Сколько вас, а, зародилось тут? Сколько волков? Ой, олени. Ой, еще тролль. Ну, блин, это стали уже вместе с троллями. В голову, надеюсь, попадаю. Видите, кстати, дамаг по убрам. У меня в голову все-таки. Туизи вообще. Прям туизи. Так, здесь что-то желтенькое. А, здесь раскопать можно клад, по-видимому. Желтенький клад. О, два топора боевых. Нифига себе. Прикол. Ты посмотри. Ты посмотри. У меня столько добра это уже. Ты посмотри. Так, что-то мы, видимо, не туда пошли. Надо куда-то другую сторону сходить. Там саблезубов завалить. Сейчас тут соберу железную руду. Так и не получится у меня быстро допройти игру. Всегда охота это. Полностью все сделать, все доделать, тут переделать, блин. Ладно, я не буду этих полков трогать. Потом как-нибудь завалю. Или все-таки. Или все-таки завалить их. Где-то тут воют. Где-то тут гады воют и воют. Все? О, сразу всех завалю. Ладно, погнали обратно к нашим друзьям. Голодным дровосекам. Блюдоедам. Окорочкоедам. Ох ты, черт!
Да блин, ты-то свали, блин, падла. Фаришь, блин. Быстрее давай бей! О, отлично. Прохнули сразу. Всех одним ударом. Сколько здесь гоблинов живет, жесть. Где вы только зарождаетесь, падла? Еще один. Ох ты там еще и толпа целая. Да еще не работает удар. Да блин. На тебе, падла. Бесят мне уже эти гоблины, а? Как с ними сражаться? Ну какие-то, блин, все сильные. Нету тут саблезубых водов. Ой, да чё ты делаешь? Дело собрать. Так, дровосеки, привет. Вы говорили на каком-то холме. Вот, я на холме, нету тут никаких саблезубых. Ой, зато властоцвет есть, круто. Мне бы, конечно, царских щавелей еще. Щавелей. Царских щей. Так, может на том холме где-то? Или он на том холме? Может вас убить в первую очередь, а? Где-то тут должны быть. Может артисты бездон, например, гоблин. О, май гад. Ну-ка, завалю, не завалю, бездона. Ну, бездона не завалю. О, ни хрена себе. Я уже бездонов шотаю. Фига, блин. Не знал. Это я в голову, наверное, попадал просто. Офигеть. Так, я слышу рыки. Может тут саблезубы? А, вот большой саблезуб, кстати. О, блин. Блин, не красный, я, наверное, не попаду по обоим. Что, два саблезубых тут? Ни хрена себе, вот это дамаг. Все, туизи. Нордмар плюс 3, кстати. С двух больших саблезубых тварей. Нормально. Не, может их больше было, может я до этого завалил кого-то. Нет. Так, я убил саблезубов. Я убил саблезубов. Ха, наши парни будут рады. Намного легче работать, когда не надо постоянно оглядываться по сторонам. Ну да. Отправляйся к Руну в деревню. Он должен наградить тебя. Да я надеюсь. Слишком тяжело. Так, сейчас мы к Руну сходим, а потом... Потом узнаете, что. Прочь магию! Ну, даже волки, даже големы на меня позарятся. Музыка здесь шикарная. Хугар, помнишь, я тебе надавал люлей? Вот вспомнишь, что. Так, Рун. Я раздал окорока. Хорошо. А этот окорок для тебя. Золотой. Тебе нужно еще что-нибудь? Зачем мне твой окорок? Я убил двух саблезубов. Я должен получить вознаграждение. У меня есть несколько целебных снадобий и 2-3 напитка маны. Мы выменили их в монастыре. Нормально. Что ты выбираешь? Или все-таки золото? Мне нужны напитки манны. Ладно, они лежат здесь уже целую вечность. Нам они не нужны. Покажи мне свой 5 товар. Штук? Он сказал, 2 штуки у него вроде. Прикольно, кстати, да. Забудь про это. Эту штуку ты получишь только когда заслужишь ее. Прикольный, блин, шлем.
Ну, нифига, я могу даже такой шлем купить. Так, 28 тысяч у него. Меч правосудия. В чем благослов... Ох ты, нифига себе. Меч Самуэля. Эль Бастада. Лучи паладинов. Рандаем. Палки мы продаем. Всякие. Такие хлам. 100 золотых я руну оставил. Пусть будет хоть что-то у него. Так, рун, я у тебя тут полазил, ты не против. Ух ты, нифига себе, еще один. Телепорт. Я еще поспать хочу, чтобы темно. Так, сейчас давайте к миксиру. Найдем миксира. Не помню, ну Сатурус где-то там где. Ой, блин, да зачем я в этот Марасул всегда? Больше дим нам надо, наверное. Ой, блин. Ой. Ой, тут снег пошел, смотрите. Нифига себе. Далее в пустыне снег идет. Так, ладно, сейчас мы. У меня есть призыв демона. Вот, ассасина. Кстати, тут что-то с демоном есть, какое-то задание. Блин, не выполнил. Новенькая какая-то. Невозможно. Так, кстати, ты меня научишь драться? Ты научишь меня драться? Блин, а кто меня обучит посоху третьему? Ух ты, что это? Костер. Что дает магическое кольцо? Ему больше 1000 лет, а наши записи очень скудные. Вероятно, оно наделяет того, кто его носит, магическими способностями. Надо было, короче, сразу к нему надо сходить. Вот, пятый храм. Ты знаешь что-нибудь о пятом храме? А, об исчезнувшем АТ-13. Я собрал о нем всю информацию. В кратком изложении, пожалуйста. Хорошо. Мы считаем, что есть 5 храмов, и в каждом лежит артефакт. Правильно? Да. Так и должно было быть. Но так не было. Последний артефакт, кольцо, никогда не попадал в храм. На наше счастье. Иначе бы вся эта история быстро закончилась. А где же тогда это кольцо? Я процитирую другое место в этом тексте. Но не пошел он в храм. И стопы уводили его далеко от страны отцов. То есть он пошел на север? Надо полагать, о причинах мы можем только строить догадки. Да про кашу, про кашу. Так где же мне искать кольцо? Ищи его на севере. Может быть, у магов огня есть какие-то записи. Вот. Храм магов огня разрушен. И монастырь в Нордмаре тоже? У них же там библиотека. Это на другом краю света. Да, идти придется довольно далеко. Но ведь тебе не обязательно отправляться туда немедленно. Расскажи мне что-нибудь о древней магии. Покажи мне свой товар. Да вали, вали отсюда. Так, теперь мы идем в монастырь. Помните, там
Аналоид какой-то был, вот, который мы не могли прочитать. Код это вот он и есть. Сейчас мы его можем прочитать. Я что-то вспоминал, зачем он нужен. И как раз вот эти скелеты, вот у которых я как раз вспоминал, тоже не появятся. Скелеты, демон. Ох ты, блин, сейчас помру. Акробатику не дали. Ой. Хотя, если бы я акробатику изучил, я бы мог, в принципе, так же спрыгнуть. Мне бы не было ни хрена. А вот сейчас, оп, я выжил. Я, знаете, что сделаю, наверное, сначала? Так вот сделаю. Потом я вот так вот сделаю. А потом я уже пойду читать. Я знаю, что это опасно. Это опасно читать хроники власти. Я еще не готов к этому. Чего? В смысле ты не готов? Я еще не готов к этому. В смысле ты не готов к этому? Так, ладно, мы, наверное, сначала. Фига, почему это? А, ну, может, мне надо еще с кем-то базарить? Может, с Мильтоном, может, с этим библиотекарем? О. А, на миксир мне сказал, что вот сюда надо. Что-то я немножко в шоке. Я не могу хроники власти прочитать, а? А, во! Блин. Я ищу пятый храм древнего народа. Здесь нет никаких храмов, только лед, горы и орки. Я ничем не могу тебе помочь. Почему? Я ищу артефакт. Нажимается. Какой? Кольцо. 1000 лет назад оно было доставлено на север из пустыни. Нет. Мне это ни о чем не говорит. Может быть. Что-нибудь есть в хрониках власти? Надо с ним поговорить. Что это за хроники? В них описана вся история нашего ордена. Прежде всего, ранние годы ордена. Хорошо, где мне найти книгу? В библиотеке. Но тут есть одна проблема. Блин. Проблема в том, слишком что она тяжело. Заколдована. Расскажи мне что-нибудь. Что за проблема? В книге очень много тайн. Поэтому мы запечатали ее с помощью магии. Только мы, маги, могли читать эту книгу. И в чем проблема? После потери магии никто не может предсказать, что случится, если мы откроем книгу. Ты должен быть очень осторожен. Где мне найти хроники? Они в библиотеке. Самый нижний этаж. Мы видели уже... Блин, глупые вопросы всегда задает наш... Земляный. Ай, блин, друг. Оп. О, я все еще жив остался. Прям дурацкие вопросы вечно. А кто, че, зачем, почему? Я же уже хотел прочитать. Че ты не читал-то, блин? Понятное дело, что вот этот фолиант, в смысле аналог. Акаша должен был спрятать последний артефакт в храме. Вода поднялась, дайте, и храм исчез под ее гладью. Акаша отправился на север. Он шел до тех пор, пока не достиг горного хребта среди вечных льдов. Он основал свой клан. Клан огня. Идти в могилу Акаши. Ну, про это я вам и говорил. Да свали! Да почему на них не действует этот магия, блин? Бесит уже. Лепит сам. Нет! Да блин! Ну ё-моё! Валите, гады, блин, гадские. Так, ладно, давайте загружусь.
Ой, блин. Нет! Не стреляй, падла. Почему? Почему я не могу тебя треснуть, а, Галя? Давай, демон, еще жахнем. Еще разок. Все. Полетели, канители. Да блин! Да что, демон-то не помер или что? А, все, помер. Да блин. Да что на вас не действует магия льда? Зачем я Адана с этого, блин? Ай, качал. Какой смысл? Башка улетела. Все? Так, ну что, демон, у тебя есть что-нибудь? Урок демона есть, круто. Да, голем. Ну, да, там может выше еще будут, ну да ладно. Тебя справлюсь. Ой, тут груды какие-то. Это все метеор. Все каст метеора. Так, сейчас скажу, я читал книгу. Меня не убили, я живой. Ой. Я остался живчиком. Нифига еще не видно ничего. Это вот, кстати, место напоминает немножко Ризан. Там в Ризане что-то похожее было. Тоже в каком-то храме. Теперь я знаю, как кольцо попало на север. Акаша, воин древнего народа, принес его из пустыни сюда, в Нордмар. Интересно. А в книге написано, где найти кольцо? Может быть, Акаша похоронен здесь вместе с кольцом? Значит, ты ищешь его могилу. Отправляйся в клан огня. Его воины охраняют могильные пещеры. Если кто и может тебе помочь, так это они. Ну, отлично. Это мой трон теперь. Расскажи мне что-нибудь о древней магии. Вот видите, он типа, ну, крутой маг, у него вон мантия офигенная, но он не обучает высшему магию, высшему... Так, высшие магии воздействия, маг огня. О, друид, кстати, еще. Так. Я что-то еще хотел. А, я хотел, знаете, что? Да, влага. Бэхнулся. Во-первых, музычка тут крутая. Во-вторых, вот сюда я хотел. Влагу еще один пленный. Еще пленный? Я думал, мы всех освободили. Этот пленный заперт в одной хижине. Ты знаешь, кто он? Пленником является Ватрос, маг воды. Ватрос — мудрый человек. Мы освободим его. У тебя уже есть какой-нибудь план? Мы последуем зову льва. И что это значит? Мы спустимся вниз и нападем на них. Таков мой план. Звучит просто. Да, это-то и хорошо в плане. Он прост. Он сработает. Расскажи мне что-нибудь о древней магии. О. Научи меня, как стать мастером боя с посохом. Конечно. Нормально. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Привет, лев. Так, я изучил наконец-таки. Под конец, ну не под конец, говоришь. Интересно, а что? Сильнее типа бить буду или что? Ну что изменилось-то, я вообще не понимаю. А что, я не могу, кстати, Ватерса, ну, за деньги просто.
освободить. Денег заплатить, освободить. Или надо именно убить этих уродов всех? А? Слишком тяжело. Сина? Пришли, Дим! Нет, нет, мне нужен подходящий ключ. По-любому ключ у этого, блин, чувака. Убери оружие. А! О! Сейчас я его... Я его оприходую. У него по-любому ключ. Лестер, давай! Вали эту фобию. Беги, злодей. У нас одна команда. Ой. Вот это я зря, конечно, да? Ну ладно, раз на то дело пошло. Не будем мелочиться, как говорится. Ой. Кровью. Ай. Давиться. Блин. Кровью ассасинов. Освободи лага. Туизи, да? Иди сюда, падла, а? Беги сюда, падла, гад вонючий. Все равно будем дубину убивать. Зря ты со мной связался, понял? В принципе, мы влага вроде все задания выполнили, или, не, или все-таки не все? А, награда шикер лев, ну, пофиг. Что можно сказать, типа погнали сражаться. Все, лага теперь наша. Ну, все-таки мы уже к концу игры подходим, поэтому можно и завоевать, да, лагу. Так, я сначала к шоферу вхожу. Лаго свободен. И хорошо? Ты сражаешься? И у тебя есть мужество? Ты можешь гордиться своими делами? Да. Еще не настало время передать камень льва? Ты желаешь его? Тогда заслужи его. Разве я этого еще не сделал? Нет. Освобождение Лагу было довольно смелым делом. Но я все же пока не дам тебе камень. Так что же ты требуешь за свой камень льва? Денег. Я кочевник. И я сражаюсь за свой народ. Эта борьба очень важна. Я хочу, чтобы ты понял это. Конечно, я понимаю. Тогда поговори с моими братьями. Найди племена, которые сражаются против рабства, и поговори с их предводителями. Тогда ты будешь достоин носить камень. Какие племена я должен найти? Поговори с Асару. Он возглавляет род возле Браго. Найди Кайора. Он сражается возле Мора-Сул. Вутраса найдешь возле руин Аль-Шедима. Хьюрит и его племя можно найти на юге. Ищи оазис. А Синикар ушел на восток. Ищи его возле храмового города Бакареша. Будет достаточно, если ты поговоришь с этими братьями. Да, просто поговорить с ними и все. Ну вот Бакареш я не говорил с остальными, наверное, болтал. Бакареша найти одну. Мутанта. Что, мы у него тырили уже? Ну да. Ну вот, у меня теперь целый город. Можно курить болотник. Так, давай. Открывай, сезам. Да блин, да что ты? Капец, он даже дверь открыть не может. Утрас, иди сюда. Зачем ты меня будешь? Аданос не забыл своего слугу. Он не спаслал мне бесстрашного освободителя. Да ладно. Ты бросил вызов всей деревне, не так ли? Тогда мы можем поговорить. Что ты знаешь об артефактах? Теперь и ты начинаешь. Я знаю лишь, что другие маги воды отправились в путь, чтобы найти их. И насколько я их знаю,
Они будут пытаться изучить тайны древнего народа. Что ты знаешь о местоположении кочевников? Я лишь знаю, что скитание племен подошло к концу. Они все собрались в рабских крепостях и борются против оккупации. Сражайся вместе с ними. Почему тебя посадили в тюрьму? Они надеялись выпутать у меня тайну магов воды. Они так много хотят знать о местоположении отдельных племен, об артефактах и о магии. Глупцы! Я только ступил ногой на твердую землю, как они меня сцапали. Я никогда не бывал в Варанте. Я родом из Харинса. И что теперь? Ты можешь меня чему-нибудь научить? Ты в поисках древней магии? Хорошо. Я научу тебя тому, что знаю сам. Голос противный, вообще жесть. Чё Расскажи мне что-нибудь о древней магии. Ничего. Кратить. Эти времена. Власть означает ответственность. А Данос не разбрасывается ею просто так. Даруй мне магическую силу. Хорошо. Плюс 20 маны, да? Зачем ты меня купишь? Иди за мной. Ну тогда давай. Да не. Ты свободен. Эй, Лагу свободен. Какой бой! Вот, приятель, наступило время расслабиться. Тюк травы даст, а не. О, гад. Покажи мне свой товар. Да, у него тут тюков. И денег у него дофига. Сейчас мы все деньги соберем. Нордмари столько насобирал этого оружия. А орк, кстати, орк-то живой, нет? А орк помер. Спалил. Так, ну что-то я еще хотел сделать, а? План огня, может? Могила Бальдара. Давайте план огня, там. Прокаш спросим. Протокаши. Примаши. Просим. Ух ты. Да прибудет Инос с тобой. Возьми этот кубок и будь моим паладином. Он паладин? Вкусно. Что теперь? Ничего не чувствуешь? Нет, подожди. Сейчас я что-то чувствую. Ты избранный. Я клянусь тебе в верности до самой смерти. Распоряжайся мной. Ты веришь в Иноса? Конечно. Инос показал нам, что есть настоящие силы. Какие-то, блин. Как первым королем равнины... Был один из нас. Инос дал ему силу и власть. Достаточно, чтобы в одиночку захватить равнину. Нет ничего сильнее Иноса, поэтому мы подчиняемся ему. Как дела? Хорошо. Я жду спасителя. Я присоединюсь к нему и помогу уничтожить орков раз и навсегда. Значит, у тебя уже все решено. Я верю в это. И кто этот спаситель, которого ты ждешь? Не знаю. Я был в монастыре и разговаривал с Пиран. Он мне все объяснил. Что он объяснил тебе? Все это. И война, и орки. Все это предопределено. Это испытание, которое Инос не спослал на нас. Если мы выдержим его, Инос пошлет нам спасителя. Он приведет нас к окончательной победе над орками. Вот к этой победе. Расскажи мне о монастыре. Это священное место. Сам Инос появлялся там. Да что ты? Кажется, ты мне не веришь. В монастыре есть пещера, в которой Инос явился людям. Там стоит большой храм. Как мне дойти до монастыря? Это совсем рядом, в горах. Просто иди по дороге, которая проходит мимо деревни внизу. Потом в горы, и ты уже на месте.
слишком тяжело. Не тяжело. Это с свиньей можно поговорить, нет? Все в порядке? Нет, ничего не в порядке. В чем проблема? Вообще-то, я должен охотиться на орков. И что? Видишь, что на мне надето? Совсем не подходит для охоты на орков. Металл был бы более уместен. Я тоже так думаю. Что я получу, если достану тебе доспехи? Самое ценное, что у меня есть, это топор. Звучит неплохо. Забудь об этом. Я буду твоим сопровождающим. Я больше ничего не могу тебе предложить. Я достану доспехи для тебя. Хорошо. А то в этих тряпках начинаешь сомневаться, что ты мужчина. Где тут можно взять доспехи? Моего размера такие делают на заказ. Стейнер из клана Молота делает хорошие доспехи. Поговори с ним. Что ты понимаешь под сопровождающим? Я буду сопровождать тебя везде, куда бы ты ни пошел в Нордмаре. Я буду защищать твою жизнь. Пока мы будем в Нордмаре. Именно. На равнину меня и 10 мракорисами не затащишь. Слишком тяжело. Да. Холод. Так, ну тут ничего интересного нету. Крестом может поднять, а? Так, кого мне тут, наверное, с главарем надо клана огня поговорить? Не мешай мне! Лезь. Слава Инносу! Хочешь пойти со мной на охоту? Да. Конечно, хочу. А я уже и не надеялся здесь кого-нибудь найти. Большинство наших людей в походе и бьются с орками. Скажи мне, когда будешь готов. Проблемы с орками. В Нордмаре холодно? Эти тюфяки расползлись по всей стране. Они грабят наши гробницы, нападают на наших купцов и распугивают нашу дичь. Только мертвый орк – хороший орк. Вы что-нибудь предпринимаете против орков? Убийцы орков уже в пути. И любой орк, который им попадется, будет забит. Это как-то неорганизовано. Зато очень эффективно. Но если хочешь узнать поточнее, поговори с Кертом. Я слышал, у него есть план. Кто такой Керт? Он наш предводитель. Ему принадлежит большой дом на самом верху, в деревне. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Могу. Но это будет тебе кое-чего стоить. Сколько? 10 зубов саблезуба. Они нужны мне для стрел. Вот твои зубы. Тебе понадобится золото? В Нордмаре холодно. Хе-хе, так я и думал. Я отнял это у орков. А, позже с ним сходим. Хочешь покрутить? Битсворд? У тебя наверняка есть незаконченные. Я не хочу неприятностей. Прикол. Керт тут... У Керта вообще вроде тут классное какое-то здание. Огромное. Должно быть. Сколько я помню. Прям вообще. Прям шикарно. Вот у него про гробницу-то и надо спросить. Акаши где находится. О, Ли! Ты здесь? Да ты прямо-таки вездесущ. Я тоже рад тебя видеть. Хорошо, хорошо. Успокойся. Но уж тебя-то я никак не рассчитывал встретить здесь, на самом краю света. Он хочет Что к же Робару. Ты задумал? Вообще-то я собирался нанести Робару визит. Но этот трус укрылся за барьером. Но я еще с ним поквитаюсь. Может, ему отдать портал? А, это история с тюрьмой. Вот именно. Он еще горько пожалеет об этом. Никто не может безнаказанно бросить меня в тюрьму, даже король. Наверное, на Харинесе не проходило и дня, когда бы я не мечтал об этом. Посмотреть Робару прямо в глаза. Невозможно. Как ты здесь оказался? Пока я не знаю, как пробраться в Венгард, и поэтому решил начать с поиска сторонников. Нордмарцам тоже не за что любить короля. Ты что, хочешь развязать войну с Миртаной, когда там и так про это орки? Нет, ты все слишком усугубляешь. В любом случае, мой план не удался. Северяне согласны дать кров и пищу генералу в изгнании, но не воевать за него, у них самих проблем хватает. Те же орки.
Может, прежде стоит подумать о Борках? Почему ты не помогаешь клану Огня? Позже, сначала Робор, Северион своя война, у меня своя. А ты не думал, что смерть короля может исцелить орков? Я уверен, что справлюсь, я уже побеждал их раньше. Поразительная беспечность, Ли, ты сам на себя не похож. Что ты от меня хочешь? Что, чтобы я возглавил движение повстанцев, как я могу сделать это один? Корона? Ну, в смысле, что они не пойдут за кем попало, я вне закона, не забывай об этом. Да всем плевать на законы в стране хаос. И его станет меньше, если прикончу одного коронованного ублюдка. Да ты просто слеп от жажды мести, ты ведь сам метишь на королевский трон. Робер не смог позаботиться о своих подданных, когда грянуло, то сбежал, как последний трус. А ты не смог отблагодарить людей, присягнувших тебе. Не думаю, что ты был бы лучше Робера. Что? Я думаю, что через что мы прошли, значит, для тебя хоть что-нибудь. Видимо, там был другой Ли. Тогда мне не о чем с тобой говорить. Вали отсюда и не попадайся мне больше на глаза. Невозможно. Капец. Как так-то я с ним поссорился, с Ли? Я бы ему дал, в принципе, этот портал, он бы мне завалил этого короля Робера с радостью. Да, у него топор, кстати, крутой. Чего? У тебя наверняка есть еще дела. Так, тут какой-то типок. Тебе нужно оружие? У меня есть оружие. Первоклассные топоры. Во всем Нордмаре нет оружия лучше, чем мое. Ингвар из клана Молота. Может быть, чуточку получше. Что нового? Ситуация не ахти. Орки окружают деревню. Они уже развернули лагеря на дороге к клану Молота и монастырю. А еще происходят странные вещи. С неделю назад я вышел ночью из избы, меня жутко это взяла. Фиолетовый, красный, синий, они были со скал. Наверное, торощи шаманы готовят свое колдовство. Еще... Расскажи мне что-нибудь об этих краях. Да тут и нет ничего, только лед да снег. Ах да, еще есть монастырь в горах. Но я уж давненько ничего о нем не слыхал. Если хочешь знать точнее, поговори с Фритьёфом. Он время от времени бывает в монастыре. Как добраться до монастыря? Внизу, у деревни, есть дорога, ведущая в горы. Просто иди по ней. Можешь показать мне, как ковать? Клянусь Иносом, могу. Но я не могу показать тебе, как ковать оружие из чистой руды. Для этого тебе надо пойти в клан Молота. Покажи мне, как ковать оружие. У тебя инструмент и материал с собой? В каком смысле? Ты что думаешь, я тебе материал дарить буду? Сталь штук дорогая. Слишком дорогая, чтобы ее портили ученики. Что мне нужно? Кузнецу нужен прежде всего свой собственный молот. Это ясно. Приноси сюда 30 кузнечных болванок. Если тебе повезет, сможешь сделать из них 10 хороших клинков. Покажи мне свой товар. Это сколько ему там, блин, надо? У меня сколько болванок стальных? 8, а чё так мало? Ты ж столько, блин, насобирал-то. Чё? Кованый сундук? Ёлки-моталки. Рунный меч получен. Телекинез. Куда у меня вся сталь пропала? Я сталь постоянно собирал с сундуков. Кому-то отдал, видимо. Так, где этот ваш главный тип? А с чего ты хочешь? О! Лагеря у них какие-то мелкие вообще жизни. Иннос, да пребудет с тобой. Ты боец, а не паломник. Я это вижу. Ты из Миртаны? Примерно оттуда. Значит, ты уже пережил то, что нам еще предстоит. Паломник? Ну, монастырь Инноса, что в горах, раньше привлекал множество паломников из Срединного королевства. Но с тех пор, как началась война, почти никто туда не приходит. Ля-ля-ля. Как пройти в монастырь?
Просто иди в горы по той дороге, что внизу у края деревни. Я слышал, что твой сын пропал. Он погиб. Ты больше ничего не скажешь? Что я должен сказать? Рано или поздно удача изменяет любому воину, о котором к некоторым судьба благосклонна. С ними встречаться рано. Им не приходится увидеть бездыханные тела своих детей. Что вам предстоит? Борьба за выживание клана. Орки безнаказанно бродят по нашей земле, а мы прячемся по деревням. Но теперь с этим будет покончено. Клан огня добудет силу наших предков и прогонит орков с нашей земли. Так я думал когда-то. Это была моя ошибка. Что такое сила предков? Я не слышал ни об одной битве с орками. Где бы ты участвовал, ты просишь раскрыть секрет. Вначале докажи, что не хуже нормы сумеешь крушить орочьи черепа. Как мне это сделать? Что за глупость? Сражаться с орками в нашей стороне, конечно же. Я участвовал в нескольких битвах. Рассказывай. Вместе с Келлином мы перебили заставу орков на дороге в монастырь. Эти твари хотели разделаться с нами и магами по отдельности. Теперь не выйдет. Хорошая работа. Здесь недавно проходили паломники? Нет. Но здесь был маг огня. Мистер. Он сразу пошел дальше, в монастырь. Похоже, он торопился. Как его звали? Милок? Нет, Мильтон. Так его звали. Милок. Расскажи мне что-нибудь о клане огня. Мы лучшие воины Нордмара. Мы сражаемся с орками во славу Иннаса. Почему Иннаса? Он показал нашему клану, что значит быть сильными. Его огонь согревает наши избы и раскаляет наши кузницы. Это стоит того, чтобы мы платили ему орочьей кровью. Ты можешь потренировать меня? Конечно. Я могу тебя кое-чему научить. Я лучший воин Нордмара. Я ищу Акашу. Акаша умер. Он был основателем нашего клана. Он похоронен здесь, в Нордмаре, вместе со старинным артефактом. Он лежит в одной из гробниц. Тебе придется его поискать. Как мне найти гробницы? Серьезно решился? Хорошо. Вот карта. Здесь отмечены все гробницы. Замечательно. Будь осторожен. Мертвые в Нордмаре очень сильны. Можно как-то защититься? Нет. Надо попытаться умилостивить мертвых. Убийцы орков смогут рассказать тебе больше. Расскажи мне об Акаше. Давным-давно в Нордмаре появился человек. Человек, одухотворенный огнем Иннаса. Он пришел издалека, с юга. Он стал одним из нас, стал нордманцем. Он совершал невероятные подвиги и очень скоро завоевал почет и уважение всех нордманцев. Этот человек и был Акаша. Как он основал клан? Некоторые жители Нордмара были убеждены, что Иннас дал Акаше свою силу. Они последовали за ним и стали молиться Иннасу. Эти люди бросили свои кланы, чтобы вместе с Акашей основать новый клан, который пойдет путем Иннаса. Так и возник клан огня. Ты научишь меня драться? Ведь орка. Так, ну-ка я к тебе в гости зайду. Хельга, ты не должен винить Керта за негостеприимство старого странника с юга. Слишком много горя его посетило. Ты его жена, верно? Да, я жена Керта и хранительница чага клана. Но лучше зови меня просто Хельга. Не уходи, Керт никогда не просит помощи в деле, касающейся лишь его семьи. Но я тебя прошу. Прошу, как мать, потерявшая сына, найди Бьорна живого, если ты хочешь, чтобы его тело снова было достойно погребено. Наверное, взамен я сделаю все, что ты попросишь. Я дам знать, если найду его. Ты сможешь сказать, где он мог пропасть? Отряд, ведомый Бьорном, вышел около 2 недель назад и направился на запад. На прошлой неделе холмы озарились вспышками света, и я поняла, что он уже не вернется.
Просто сердцем это почуяло, а потом нашли трупы его товарищей. Куда направлялся отряд? Бьорн хотел пробудить силу наших предков, и сделать можно было лишь в одной из старых гробниц. У него был с собой камень Берека. Гробница Берека с виду обычная пещера, чтобы добраться до нее и идти по дороге к клану Молота. Но и не спускаясь в ущелье, иди левее в город, когда только достигнешь моста, считай, что ты на месте. Тебе пора идти. Блин, а я не видел его случаем-то? Вроде где-то что-то видел. Так, я вас тут поворую немножко. Вы не против? Думаю, что вы не против. Монеты у вас, деньги валяются. Сломано. Давай. Открывай. Еще один камень телепортации. Сейчас скажут, что я грязный вор. Так, давайте, наверное, сходим... 56. Вот. Ну ладно, давайте на охоту сходим быстро. Пойдем на охоту. Все ясно. Идем. Я знаю, где есть что пострелять. Давай быстрее только. Время-то идет. Не мешай мне! Мне тоже надо уходить. Ура. А, ну вот тут с чуваком мы уже ходили, охотились. По-моему. Не такой же большой, да, клан огня. Слишком тяжело. На кого он хочет поохотиться, я что-то не понимаю. Я же всех убил здесь. Кого он там собирается палить? Или в избушку он там собирается? А, может он в этот... Ай-яй-яй. Может, он могилу? Ой, здесь я уже был, видите? Я уже все здесь собрал. Он даже завалил каких-то монстров. Ай. Да, Лейв, походу охота пройдет безуспешно как-то. Точнее, ее вообще не будет. Я уже всех убил. Видишь, волки уже мертвые все. На кого ты собираешься тут охотиться? А вот мы и пришли. Обычно здесь все кишмя кишит дичью. Так что гляди в оба и держи оружие наготове. Чё? Никого тут нету. Я уже все зачистил, я уже позаботился. Так. Карта гробниц предков. Ну вот тут-то я был. В этой гробнице клана огня я, по-моему, уже был. Как сюда попасть-то? А вот. Мне интересно, где камни предков найти вообще. Лучник. Лет-лучник. Здесь мертвым валяется. Не, может быть, он забагался, я не смог как бы забрать у него камень. Может быть и такое. И чё? Ну, типа, у меня ничего нету. Гробница Акаша. Что там? А может, кстати, вот тут? Может и тут, а может и там. А может и здесь, кстати. Вот тут что такое? Что за гробница тут у нас? В принципе, видите, тут гробницы все друг от друга не так уж и далеко находятся. Единственное, как мне туда по-шустрому попасть? Время у нас уже подходит. Сейчас мы тут прибежимся, посмотрим быстренько. Видите, тут я уже завалил кого-то.
Ну, вот, видимо, здесь где-то должна быть гробница, наверное. Может, здесь Акаша? И завоеватель орков мертв. Ух ты! Ух ты! Ё-моё. Мне, видимо, наверх как-то надо попасть. Да. Да, что-то я чуть-чуть ошибся. Ладно, в следующей серии будем эти гробницы, в следующей части искать Акашу. По сути, вообще, игру пройти уже осталось тут не так уж много. Завалить орков в плане молота. Вот. Затем вот Акашу этого тоже найти. Достать артефакт. Завалить короля Рабара. Это вообще too easy можно сделать. Ну и Зубина. Ну, с Зубином тоже, в принципе, не сложно. Если там город придется уничтожить, то, наверное. На, получится то не получится. Блин, вот тут какой-то путь, видите, нарисован. Какие-то тропинки, блин. Как? Я вообще не вижу никаких тут тропинок. То есть. Ох ты, блин. Да, привет. Давай ты пока что немножко охлади свой пыл. Сейчас с твоим другом разберемся. Как он до тебя дойдет. Были бы какие-нибудь дебафы, не знаю. Ой, шерстистые носороги эти. Бизоны. Ох ты, блин, идет что-то. Давай, бизон. Бизон. Бизонь. Ну и что это? Почему? Как вот этом бизон завалил? Так сейчас рухнем. Блин. Посипоша, блин. Манна, правда, закончилась. Манна, правда, закончилась! Чё, музыка какая-то? Блин, сейчас кто-нибудь меня завалит там. Ух ты, блин. И там, что ли, музыка? Там бот что ли какой-то или чуть-чуть, ну это музыка то играет. Сейчас демон прилетит какой-нибудь, меня убьет. А это, наверное, оленя, да? Музыка, тема оленя. Музыкальная тема оленей. Ух ты, у меня левел уже. Олени, стойте. У меня уже 60-й или какой там? Да, 60-й, круто. Ты олень тоже. Ты олень. Стоять. Стоять, кому сказано. Блин, ты попусту как акула, блин.
Ой, ты тоже. Ой, там кто-то есть. Охотник. Ай-яй-яй. Далее, блин. Дин-дин-дин-дин-дин. Лиск какой-то. Лиск. Лиск. Чего ты хочешь? Что ты тут делаешь? Присматриваю за охотниками. Не допускаю орков в окрестности лагеря. Тебе нужна помощь, чтобы разобраться с орками. Помощь? Если ты спустишься вон в ту расщелину, в скалах, там разбит маленький орочий лагерь. Янсгар не хочет, чтобы я этим занимался. Что насчет тебя? Иди поговори с ним. Слишком тяжело. Вообще стрёмный. Ты пришел, чтобы помочь нам охотиться? Лучше я предупрежу тебя заранее. Это скорее военная кампания, чем охота. Из-за орков никто не выходит наружу поодиночке. И как ты хочешь решить проблему? Убивай любого орка, который встретится тебе на пути. И главное, убей его раньше, чем он убьет тебя. Боишься? Что значит «боишься»? Я ничего и никого не боюсь, но орк силен. Зазеваешься, он и зарубит тебя на куски. А мне не очень-то этого хочется, понимаешь? Я хочу потренироваться. Я могу научить тебя с 30 шагов попадать волку в глаз. Ну и, конечно же, всему остальному. Янсгар. Привет! Я Янсгар, командир отряда. Это просто чудо, что ты сумел до нас добраться, когда вся округа кишмя кишит орками. Здесь можно торговать? Да, со мной. Вам нужна помощь? Если ты умеешь обращаться с луком и знаешь, как снимать шкуру, добро пожаловать к нам. Рун обещал подарить лук лучшему охотнику отряда. Что вам нужно? Не меньше 30 волчьих и 10 бизоньих шкур. Сбор здесь, у меня. Забирай. Вот твои шкуры. Значит, мы все собрали. Ты хороший охотник. Без тебя мы бы не справились. Клан волка в долгу перед тобой. Ну, долг в карман не положишь. А, верно. Вот, держи. Этот лук ты заслужил. Ну, лук. Тут есть чем еще заняться? Да, мы обнаружили лагерь орков. Это совсем рядом. Этот проклятый барабанный бой распугивает дичь. Так что если ты знаешь, как разрубить череп орка, руби! Что вы хотите выторговать? Шкуры! Мы из клана Волка. Наши склады пушнины пусты, а мы должны выполнять свои обязательства. Это позор. Из-за орков мы можем выходить на охоту только большими группами. Мы ходим вооруженные до зубов, как будто у нас война. Покажи мне свой товар. Потрошитель орков не хватит. Эльбастада. Ставной лук стрёмный какой-то. Натя. Да ладно. Ладно, давайте мы на этом нашу серию закончим. Всем удачи, всем пока. Передохнул. Тебе нечего делать. Подписываемся на канал. Ты чего здесь околачиваешься? Ставим лайки. А кто, да не болейте. Так, всем пока.